В начале 90-х годов прошлого века группа исследователей из Кембриджского университета обнаружила, что у тех, кто обзаводится домашними животными, всего за месяц улучшается общее состояние здоровья. Было замечено, что хозяева домашних животных реже страдают простудными заболеваниями или от головной боли. Позднее было обнаружено, что у мужчин, владельцев кошек и собак, имеют более ровный пульс и стабильное давление, чем те, кто еще не обзавелся питомцем. У хозяев домашних животных понижается уровень холестерина в крови, а также артериальное давление. В результате сокращается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Известно, что врачи советуют проводить больше времени в обществе животных, поскольку это помогает расслабиться и избавиться от стрессов. А если нет возможности общаться с кошками или собаками по причине аллергии, например, вполне можно снимать стресс смешными видео с их участием.